9 мая не стало талантливого, яркого, а потому неоднозначного российского журналиста Сергея Доренко, которому еще не исполнилось и 60. Для всех он был разный, для каждого – свой. Он был знаком со многими известными политическими и общественными деятелями, деятелями культуры и звездами, которые в эти минуты вспоминают журналиста. Больше по теме Сергея Доренко похоронит на Троекуровском кладбище известный журналист, умер 9 мая на 60-м году жизни. По словам бывшего мэра Юрия Лужкова, Доренко для него был гением зла, злым, беспринципным человеком. Была злоба, которая направлялась в линию, если это оплачивалось, и это не ограничивалось расправой над Примаковым, надо мной, цитирует экс-градоначальника «Медуза». Больше по теме последние слова Сергея Доренко, журналист писал в соцсетях: за 4 часа до смерти известного журналиста не стало в День Победы. А вот Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, отмечает, что журналист умел оставаться современным и на заре карьеры, и сейчас, когда уже считался ветераном. Он был дерзким, свободным, легким человеком. Дмитрий Киселев, телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня». Уверен, что главред радиостанции «Говорит Москва», несмотря на брутальный образ, в душе был человеком ранимым, нежным и артистичным, искал свое амплуа. Напомним, трагедия произошла ведь в тот момент, когда журналист ехал по земляному валу в районе Николаевской улицы на своем любимом мотоцикле «Трайамф». Доренко потерял сознание прямо за рулем. Приехавшая на место ЧП скорая уже не могла помочь звезде.